Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Ну что, заберем монетки для начала. Сегодня я хочу продолжить, опять же, бомбить арену. Возможно, выбиться на новый ранг. Надеюсь, ты будешь за меня болеть. Так, еда. Так, подожди, это мне не нужно. Да, господи, успокойтесь вы со своим... VIP-подписка. Так, давай, наверное, вот здесь вот активируем. Так будет немножко проще собрать. Где у меня еще одна? Вот она. Шикарненько. Да, кстати, посмотрим, что у нас по эволюциям здесь. О, они все созрели. Так, джунгариптор, естественно, идет в копилочку. Поместить. Так, мы можем объединить. Так, новый уровень. Подожди секунду. И здесь тоже новый уровень. Эволюцию. Стоит ли включать инкубатор? Я думаю, что нет. Пока, наверное, перебьемся. Хотя в дальнейшем, наверное, нам придется это сделать. Так, секундочку, что у нас тут? Угу. Да ладно, вы издеваетесь. Ты посмотри, а. Эволюция не завершена. Продолжаем бомбить. 59 минут. Придется нам подождать. То есть в этой серии мы не увидим, да? Конец этой эволюции. Ладно, забираем с тобой анкилозавра. Так, где у меня еще там должен быть один? Так, и у нас будет с тобой еще кулазух. Кулазуха, естественно, мы тоже с тобой забираем. Сколько у нас вообще этих кулазухов, чтобы приблизительно прикинуть? Так, один. Если мы еще одного, это будет 20-й. Еще 3, да, получается? 20-й. То есть, если мы еще одного, то будет 20-й. Если еще двух... Блин, что-то с арифметикой совсем худо стало, да? Ладно, в любом случае надо заказывать кулазуха. Получается 4 как минимум. Не знаю, зачем я именно его хочу прокачивать. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Пускай будет. Я вообще хочу, чтобы у меня очень было много всяких там кулазухов. Так, активируем. Давай еще сделаем с тобой выводок. Кулазух, где он тут у меня прячется? Так, все существа. Это у нас, получается, амфибии, да? Вот он. Активируем. И последнюю ячейку нам тоже с тобой нужно активировать. Амфибия. 50 долларов. Все. Пускай они все тут будут на активации стоять. Мы с тобой заберем выполненные задания. Здесь. Так, 50 долларов мы возвращаем. 50 тысяч монет вернули. Так, и вот у нас тут интересно. Использовать ускорение, покормить еще двух динозавров. Кто у нас тут самый голодный? Есть? Нет? Я пока не вижу. Да, например, того же самого кулазуха. Почему бы нам его не покормить? Все. Так, этот у нас велосираптор тоже хочет перекусить. Задание выполнено. Забираем награды. Теперь использовать ускорение. А почему у нас нету завершить с модами? Не знаю. Обычно задания про моды дают. Так, хорошо, здесь мы все с тобой забираем. Идем в схватки и смотрим, что у нас по событиям. Без ограничений. Это у нас очки доверий. Тут у нас суперредкие битва. Ну что, друзья, попробуем здесь сразиться, а? Я знаю, награды не очень, конечно, шикарные, но все-таки попробуем, да? Так, велоцираптор мод 2, Чжец и Кеца. Значит, против первых мы с тобой берем. Так, у него 277 хп, 87 атаки. То есть нам здесь, думаю, пастазуха будет за глаза. Так, против летающих мы с тобой берем анкилозавра и вот этого анкилозавра.
Как думаешь, они справятся? По идее, должны. Нет, мы можем, конечно, с тобой пойти и прокачать их. Но что-то мне подсказывает, что мы справимся. А вдруг не справимся? Дай-ка я на всякий случай вот так вот сделаю. Возьмем с тобой суперзавра. Нужно нам здесь с тобой выжить 3 поединка. Ну что, я думаю, наверное, сразу с атаки начнем, да? Велосираптор, на тебе. Так, что он там? Он меняет. Ты серьезно? Твою дивизию, кто бы мог подумать? Вот это ты дал, а? Вот это ты чепушила еще тот. Ребят, я не знаю, придется, наверное, так делать. Он же сейчас поменяет. 100% возьмет велосираптора. Вот как пить дать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и что я ему сделаю, ребят, со своими 34 атаками? Не пробью, да? Не. У него 81 единичка хп. Ну сейчас он меня тут пробьет. Ему нужно будет сделать 2 атаки. Я пожадничал одним словом. Пожадничал. Ну, за это я расхлебываюсь. Нет, не выйдет у меня, ребят. Не смогу я забомбить летунов, к сожалению. У него 53 атаки. Он сейчас просто все сольет в бой и порвет меня. Я пожадничал, недооценил противника. Ладно, сейчас мы с тобой быстренько переиграем. Естественно, на ошибках учатся, поэтому впредь допускать мы их не будем. Так, у нас тут опять кто-то сагрессировал. Пока никаких отвлеканий. Ну что же, берем Капразуха. И анкилозавр. И вот этот вот анкилозавр 10 уровня им, поверь мне, за глаза. Ну что, Хламон, давай теперь подеремся. Правда, у нас атака здесь маленькая, всего 66. Окей. Но у него тоже не очень много, 44 всего лишь. Он меняет. Так, ну мы с тобой тоже тогда меняем, раз такая песня пошла. И сделаем защиту. Интересно, он будет атаковать или нет? Он будет менять. Естественно, естественно, он будет менять. Ага, а вот шиш тебе. И мы тогда тоже с тобой будем менять. И сделаем немножко похитрее. Я сделаю вот так и бонус. Так, он меняет. Если он даже будет... Ха-ха! Вот на это и было рассчитано, ребят. Так, у нас с тобой бонус. Естественно, мы переключаемся сюда. Так, нам нужно с тобой сделать сколько? Получается, раз, два. Этого мало. Три. Плюс возьмем бонус. Так, один летунок готов. Появляется второй. 53 атаки. Ну что он будет делать? Неужели все сольет в атаку, а? Меняет. А вот это зря, а вот это зря. Ну что, Капразух, давай со своим бонусом. Мы сейчас его разнесем в хламину, понимаешь? Просто в хламину. Пошел отсюда. Так, ну что же, и остается последний у него летун. Интересно посмотреть, что он будет делать. Одну атаку, наверное, да? Так, точно, одну атаку. Неужели он остальное все в бонусы вливает, а? Он может это сделать. Вполне. Короче, я сделаю вот так, друзья. Посмотрим. 7. Ёк-макарёк, если он сейчас все в атаку, по-моему, мы не переживем. Тогда ему крышка. Мы пережили. Мы пережили и уничтожаем этого чжец. Отлично. Вот если бы он 7 атак прописал бы, тогда бы мой
Анкилозавр, к сожалению, погиб. Ну что же, давай двигаться дальше. Опять у нас там саботаж какой-то на корабле. Кто опять сбежал? Давай глянем. Играть. Ага, это Тахламон. Ну, здесь легко все будет. Раз, два, три. Давай следующий раунд. Так, так, так. Я готов, готов, давай. Замечательно. И последний раунд. Все, идеальная поимка. 220 опыта и плюс 5 ДНК. Мы успокоили с тобой существо. Ну, а я дальше продолжаю, естественно, играть на супер редких. Битва. Так, здесь у нас стегозавр. Пара зауралов. Две штуки. Угу. Ну что же нам с тобой сделать-то? Я думаю, что против стеги можно взять скалозавра. И, наверное, можно взять велоцираптора. Да? Одного, вот этого. Возьмем. И, наверное, можно взять одного раджазавра. Хотелось бы, конечно, посмотреть, что у нас из этого сейчас все получится. Но я думаю, что мои хищники порвут травоядников. К тому же не забывай, что у нас идет бонус против них. Так, давай атаку. Замечательно. Так, что он будет делать? Тоже атакует. Угу. Ну давай, допустим. А я сделаю вот так. Два бонуса мне как раз будут, кстати, да? Ну что, будем с ним прощаться? Раз, два, три. Этого достаточно. Плюс два бонуса. Ага, два бонуса. А он, значит, на пара зауралов тоже взял бонус. Так, точно. 110. О, три атаки. Ну что же, тогда велоцираптор выходит в бой. К тому же еще с двумя бонусными очками. Ну что, рвем его. Ага. Так, вот этого будет достаточно. И сделаем вот так. Минус. А выходит следующий. С ним получится такая же петрушка. Ну, да, он, конечно, будет атаковать. Слушай, он может нас пробить. Да, он пробьет. Ну, тогда раджазавр его уничтожит. 113 атаки. 6 у нас бонусных очков. Поехали. Все, все, все. Крышка ему. Итого у нас получается, что два поединка мы отыграли. Нужно еще один. И тогда мы получим возможность крутануть рулетку. А там уже кто выпадет, тот выпадет. Последняя битва. Так, здесь, значит, аэротитан. Ну, против него мы возьмем с тобой, наверное. Ну, можно и стегозавра взять. Так, а вот против этих, кого нам взять с тобой? А, у нас есть еще один раджазавр. Я его возьму. И велоцираптора. Все. В принципе, больше нам никого не надо брать. Эта команда разнесет в пух и прах. Так, аэротитану сразу наносим урон. Так, остается 102 хп. Так, что он будет делать, а? Меняет. Он сменил динозавра. Ну что нам с тобой остается? Наверное, две атаки пронести, да? Так, анкилозавр довольно крепкий малый. Но мы-то крепче.
Я все в атаку сливаю. Угу. Готов, парень? Так, аэротитан, давай, иди сюда. 4 атаки, да, у тебя? Точнее, 4 очка. И он все в атаку сливает. Вот же жук, а. Ну что, друзья, мы его бомбим. Так, 180, да? Здесь возьмем пару бонусных очков. Я думаю, что этот анкилозавр, ну, никак не выстоит против, извини меня, раджазавра. Хотя, постой, если по 46, ну, ему крышка. Он ничего не стал делать, к тому же. Тогда извиняй. Ну вот, что я хотел, то я и сделал. Мы с тобой выиграли, естественно, сейчас забираем пак. Или как там, рулетка у нас? Рулетка. И кто же нам выпадет? Раджазавр. Окей. Выпал он, так выпал он. Что могу сделать? Так, а подожди, что нам нужно на схватке? Требуем уровень 41. Сколько нам еще тут? Блин, еще нужно одного динозавра 40 уровня. Это долго нам придется ждать. Ну что, тогда мы с тобой идем дальше на события и смотрим, что у нас тут есть. Столкновение, я думаю, играть не стоит. А вот битву за главный приз, я думаю, что нужно. Мы с тобой в Лиге Выживших. Поехали. Лига Выживших, да? Это уже такой серьезный уровень. Поэтому давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем. Раз. Наверное, возьмем капраз... Нет, подожди. Блин, как сделать-то лучше? На всякий случай возьмем топежару и... Алангозавра. Что-то мне кажется, что я продешевил. Ладно, посмотрим, кого нам... Слушай, блин... Горгозавр какой-то, ёк-макарёк, алмазный. Да, здесь, конечно, не очень хорошо заходит. Ну что, нам менять надо только лишь? Вот так вот. А ланка у него, а у нас-то пижара. Что он будет делать? Меняет. Слушай, мне кажется, он это зря сделал. Так, возьму-ка я, наверное, вот так. Неужели будет прописывать 3 атаки, а? Хотелось бы посмотреть, что он будет делать. 3 атаки, прикинь? Твою дивизию. Специально под аланку, да, делает? Так, ну что, сколько нам нужно ему нанести? 2 атаки. Раз, два. Вот так тогда сделаем. Допустим. Спинозавр вышел. Ну что ж ты будешь делать, гаденыш? Давай посмотрим. Так, меняет. Давай, 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 меняй. Так, ребята, у нас 103. То есть я так предполагаю, что нам нужно, наверное, сделать вот так. И вот так. Ага. Аланка минус. Ну и выходит обратно же спинозавр. Так, интересно. Покричал. Если он все в атаку сольет, он проиграет, ребята, потому что у меня стоит две защиты, как ты видишь. Что-то мнется, мнется. Ну давай. Ну вот и распрощаемся мы с этим пареньком. Goodbye. Ну и, естественно, мы с тобой продвигаемся дальше по арене.
Блин, мне нравится вот этот наш динозаврик-рептилий, очень крутой. Я его, конечно же, хочу прокачать до 40 уровня. Так, и куда мы с тобой попадаем? 55-я позиция. Блин, очень медленно продвигаемся. Так, Лига Выживших. Ну дайте мне пак, ну пожалуйста. Ну зачем мне ДНК ваша, а? Поехали. Так, что нам теперь сделать лучше? Давай я, наверное, возьму Капразуха. Возьму, наверное, Афиакадона. Блин, мне не нравится, что у него 30 уровень. Ну, посмотри, у него очень мало здоровья. Очень мало. Ну, Дозуха, может быть, нам взять с тобой Диплодока? Или вообще вон Аргентинозавра? Даже не знаю, как быть. Давай, наверное, все-таки анкилозавра я возьму на всякий случай. Пускай как подстраховка будет. Вдруг у него летуны появятся, да, здесь. Нам, наверное, надо было взять анкилозавра первым. Потому что 100% сейчас будет первым у него летун. У нашего противника. Нет. Ёк-макарёк. Так, ну что мы с тобой сделаем? Атаку? Слушай, он, по-моему, сейчас переключится вот на этого летуна. И это будет Бобо. Так и есть. Переключился на летуна, значит, нам с тобой нужно брать анкилозавра. И ставить, наверное, защиту. Так, он будет менять или нет? Он, скорее всего, поменяет. Оу, вон на кого он меняет. Так, получается, он все слил, да? Ну что, тогда я меняю сюда. И все, ребята, сливаю на атаку. Мне должно хватить как раз, чтобы его уничтожить. Отлично. Так, Аллозавр выходит. 116 атаки. Ему в любом случае нужно потратить 2 урона. И он будет тратить. Да-да, он будет тратить. Блин, вот то, что анкилозавр у меня выходит, это, конечно, фигня полная. Как-то вот неудачно ты вышел-то здесь, если честно. Так, не забывайте, что у него в запасике есть одно бонусное очко. Вот куда он его потратил, я не знаю. Ну, я хочу, наверное, все слить в бой. Вот, значит, как, да? 291 атака. 5. Сколько ему нужно сделать? 2. 2 атаки ему нужно сделать. И 3 бонусных очка у него остается. Паршиво. Да, 3 бонусных очка он все-таки себе оставляет. Вот куда он их сливает, я не знаю. Возможно, в защиту, возможно. Знаешь, как я сделаю? Вот так. Давай проверим его на вшивость. Ой-ой-ой-ой-ой, вшивость. Как бы мне сейчас худо не стало здесь с такими проверками. По-моему, все, нам крышка. Он все слил в атаку. Он все слил в атаку. Прикинь, ведь не побоялся ведь слить. А если бы я, например, начал его атаковать, то мы, скорее всего, победили бы. Жесть какая-то. Ладно, поехали дальше. Возьму Ютирануса и Неозавра. И Нундазуха. Вот такая у меня будет команда. Блин, я интересно, перейду сегодня из Лиги Выживших в другую лигу или нет.
Блин, как плохо. Аланка опять выпадает первым. Ну, Аланку мы с собой, в принципе, сейчас уничтожим. С удара причем. У него три летуна, прикинь. Три летающих он взял. Так, Леморинг. Что он будет делать? Что он будет делать? Скажи мне на милость. Ничего, ну и зря. Так, у него две защиты. Слушай, я думаю, что ему крышка. Поехали. Готов, парень. Так, и Тиранодон. Редкий. Никаких шансов у него вообще здесь нету. Он не сможет выиграть. Тем более он делает две атаки. Нам это как щекотки просто-напросто. Добиваем. Вот так вот. Да, этот, конечно, мощный чувак. Именно по хпшкам. 1000 с лишним здоровья, это не кисло. Попробуй-ка пробить. Ну, хищнику, конечно, будет проще. А вот остальным нет. 24 кубка мы зарабатываем и... Трэш, конечно. Конечно, это трэш. Очень медленно продвигаемся, очень много нужно зарабатывать кубков. И что нам тут? Опять кусок мяса. Неужели я похож на голодного, что мне постоянно дают мясо? Так, сфинокодона берем. Плюс я возьму, наверное, эрликозавра. И возьму эудиоморфодона. То есть получается раз, два, три. Два поединка мы еще с тобой сможем поиграть. Это в лучшем случае. Опачки, смотри-ка, какие нам тут простецкие выпали динозаврики. Кулазух выступает первым. Что мы с тобой сделаем? Мы берем с тобой бонус. Но Кулазух, давай, делай что-нибудь. Он ничего не стал делать, да, получается? Ну, смотри сам. Попробуем. Ах ты же чара, ты такой, а? Защиту себе взял. Ну ладно, хорошо. Здесь он даже будет сейчас менять. А он будет менять. Да ладно, ничего не стал делать. Ну прощай тогда. Как-то так. Ну что, смотрим следующего. Каритозавр. 4 очка. Даже если он сейчас все сольет в атаку, ничего у него не получится. Мы выживем. А я хочу сделать 1, 2, 3. Плюс бонус. Угу. Не пробили. А если бы я все бы слил бы, тогда мы выиграли. Кстати, мы сейчас так доиграемся с тобой. Все сливает, прикинь. Он все слил в атаку. Фи. Как скажешь. Как скажешь. Так, убиваем. Ну и кто там у нас? Стегозавр. Со своими 4 атаками. Нет, 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 нет. Ничего у тебя не выйдет. Все, пора его уничтожать. Прекрасно. Блин, какие же у него все-таки когти, а? Офигеть, ребят. Я представляю, там такие бритвы, наверное.
Что там опять? Код 19. Так, еще 20 кубков мы прибавляем. И у нас 309. Чтобы нам побить первое место, нам нужно, ну, почти 400 кубков получить. Не так-то все это просто. Да дайте мне пак. Вот этот пак хочу, ну почему? Почему не дали мне пак? Причем крутой пак там был. Ладно, берем тиранозавра. Нет, давай-ка не так сделаем. Возьмем диплотатора, тиранозавра. И к этой замечательной команде мы присобачим диплодок. Да? Ну а почему бы и нет? Все, вроде бы хорошо. Диплотатор 30 уровня. Слушай, ну он не кислый. Ты посмотри, у него сколько хп, плюс атаки. И как раз попадает иритатор под эту бойню. То есть мы его сейчас просто с удара сносим, да? Так и получается, ребят. Окей. Паразауролов выходит. Что ты сможешь сделать? Ничего. Мы опять его, ребята, сносим с одной плюшки. С двух. Когда с одной? Так, и последний это Галимим. Вот так вот он выглядит, ребята, на 40 уровне. Ну что, также прописываем атаку по максималке. И все, победа за нами. Да, шансов, конечно, выжить против него было мало у нашего противника. Сколько? 22 кубка мы получаем и продвигаемся на 331 позицию. Крутим. Когда-нибудь мне улыбнется удача. Ну дайте хоть 50 баксов-то. Нет. Последняя на сегодня, видимо, битва у нас. Возьмем птеродактиля, метриакантозавра. И к этой бригаде присоединится пастозух. Да, интересно посмотреть, кто против нас будет сейчас выступать. Эйниозавр. Как раз под моего хищничка он попадает очень хорошо. Ну что, атака? Понятное дело, что кулазуха сразу уничтожаем. К тому же он вообще не прокачанный был, всего лишь 18 уровня. Эйниозавр. Эйниозавр, да, значит... Ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты делаешь-то, а? Супостат. Блин, у нас минимальная атака, поэтому я сделаю ее вот так. И возьму, наверное, защиту. Так, он, скорее всего, поменяется сейчас на этого. Или не будет меняться? Сейчас посмотрим. Меняется все-таки. Угу. Чего захотел? Так, ну что, ребят, меняемся и уничтожаем. Уничтожаем, плюс возьмем с тобой бонус. Готов. Он чем-то мне напомнил кулазуха. Только немножко такой модифицированный. Ну что? Эйниозавр. Да, конечно, захотел чего. Не тут-то было, парень. Все, ребята, уничтожаем его. На тебе. Смерть с небес. Ну вот, это был наш с тобой сегодня последний поединок на арене. Дают нам 21 кубок. И помещаемся мы с тобой на 352 место.
А здесь нам выпадет с тобой что? Кусок мяса. Тратишь 5 долларов, а получаешь какой-то вшивенький кусочек мяса. И должен этим радоваться. Что такое за босс-событие? Я никакого босса не вижу в данный момент, хотя моргает почему-то. Время нанести удар. А, так уровень парка нужен 60-й, понятно. Я не могу участвовать там. Так, что у нас там по заданиям? Давай посмотрим. Выполнил. Выполнил. Так, использовать 3 ускорения. А тут-то что у нас? Ничего. Уровень, конечно, очень медленно идет. Он обычно, ребят, растет быстро, когда выполняешь вот эти вот задания. Но так как мы сейчас не можем ничего сделать, да, вот у нас и очень медленно все продвигается. Кстати, мы же с тобой получили, по-моему, возможность расширять территорию. Точно? Блин, я забыл сделать это в тот раз, а? Да, опять немножечко сглупили. Так, что мне там надо было сделать? Я уже забыл, елки-палки. А, все, вспомнил. Нам нужно было с тобой завершить. То есть сделать 3 ускорения. Здесь можно сделать? Ну, в принципе, здесь можно сделать. Но если мы глянем сюда, вот тут выгоднее будет. Забираем. Помещаем. Так, это кто у нас вообще? Что за... Ага, Джетс Дианго Риптер. Тогда мы можем поставить, в принципе, следующего. Так, а где у меня, которого я хотел прокачивать до 40 уровня? Да их тут дофига. Можно анкилозавра, кстати, поставить. Начать эволюцию. И тут же ее... Нет, не тут же ее. Окей. Что у нас там получается? 2 20-х, то есть это 30-й только лишь, да, будет уровень? Только лишь будет 30-й. Так, ну что же, пускай эти тогда у нас прокачиваются, а мы с тобой забираем все оставшиеся награды. Деньги, еда, 35 долларов и летучая карусель. 95 очков доверий. Вот так вот. Летучую карусель я, естественно, хочу разместить. Что она дает, я, кстати, не понял. Ага, 3360 на 12 часов. Все. Ну что, дорогие друзья, а на этом, пожалуй, мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!